Хотите получить незабываемые впечатления от рыбалки? Ощутить драйв от динамических и необычных условий процесса? Тогда вам просто необходимо знать самые рыбные места на нашей планете. Сегодня мы как раз и посмотрим на 10 таких. Река Рио-Гранде на острове Огненная Земля. Здесь можно порыбачить с декабря по апрель и получить действительно горячие эмоции от лова форели, достигающего веса 11 и более килограмм. Объемы улова в этом месте не ограничены, так как всю рыбу отпускают после вылова, поэтому интенсивность клева приведет вас в восторг. Андаманское побережье Таиланда. Здесь можно успешно порыбачить на экзотические виды морских рыб – арапайо, кэтфиш или выловить вьетконговского сама весом в 50 кг. Благодаря обилию рыбы здесь можно рассчитывать на отличный улов. Средиземноморское побережье Турции славится своим разнообразием видов рыб. Порыбачить здесь можно на любом курорте прямо с пирса, даже не выходя в море. В этом случае вам гарантирован единичный улов рыб среднего и малого размера. Для более серьезных объемов рекомендуется выходить в открытое море в прогулочных яхтах. Любители подледной рыбалки могут попытать удачу на озере Gull Lake в Миннесоте, США. Здесь поклонники зимней ловли вылавливают неограниченное количество щук и окуней, улов которых иногда достигает огромных объемов и участвует в крупнейшем фестивале «Молодежная феерия подледного лова». Озера Вянерн и Витерн в Швеции, рыбачить на которых можно практически круглый год, так как здесь насчитывают более сотни различных видов рыб. Эти места славятся своими объемами в рыбной ловле, поэтому здесь можно рассчитывать на большой улов даже начинающим рыбакам. Река Конго в одноименной африканской стране может похвастаться рыбалкой на уникальную тигровую рыбу из семейства пираний. Говорят, что этот зубастый экземпляр нападает на рыбаков, так что непередаваемые ощущения вам гарантированы. Выловить ее непросто, поэтому даже один экземпляр считается большой удачей. Река Эк-Уур в Монголии – место обитания самого крупного представителя вида лососевых рыб – тайменя. Этот монстр достигает более 2 метров в длину и бывает очень опасен, поэтому вылов тайменя превращается в самое настоящее приключение для любителей даже экстремальных видов отдыха. Улов более одного экземпляра считается отличными показателями, учитывая, что вес каждой рыбины от 90 кг, оно того стоит. Русло реки Амазонки в Бразилии с обитающими там пираньями. Этот вид рыбы превращает рыбалку в увлекательное соревнование из разряда кто кого. Бросив наживку в течение часа, можно выловить несколько десятков юрких рыбешек. Планировать путешествие в Бразилию для охоты на пиранью стоит с октября по май. Река Кюмийоки в Финляндии известна по-настоящему царской рыбалкой. Улов лосося здесь порадует даже видавших виды профессионалов, так как водится она в этом регионе в огромных количествах. Если вам необходима результативная и спокойная рыбалка, Кюмийоки – одно из тех мест, где она гарантирована. Низовье реки Волги в России считается одним из рыбных мест страны, хотя регионов для рыбалки здесь великое множество. Разнообразие видов рыбы для ловли позволяет наслаждаться процессом любителям разных видов этого отдыха. Здесь активно ловится даже осетрина, сазан, севрюга, причем водится она здесь с огромными косяками. Ставь лайк, если любишь рыбалку, и пиши в комментарии о своих успехах.